Всем привет! Меня зовут Камила. В этом видео я буду лепить персонажей известных каналов. Будет два игровых и один совсем детский канал. О нем узнаете немного позже. Первый на очереди Овершоу. Это игровой канал, который создал Дмитрий Зайцев. В играх его псевдоним Овер. Что меня заинтересовало, так это его талисман канала, он же Пончик. Как по мне, то это очень удачный вариант. Ведь такой персонаж передает массу положительных эмоций. Пончик имеет розовую глазурь, на которой присутствует разноцветная кондитерская посыпка. Ручки и ножки коричневого цвета, а обувь имеет вид черных мультяшных туфелек. А еще есть зубы и глаза, которые создают полную картину милоты. Ну что ж, буду лепить, а ты последи за процессом и напиши в комментарии слово «пончик», если любишь сладкое. Я вот люблю. Такой малыш у меня получился. Если тебе нравится, ставь лайк. А если хочешь, чтобы твоя работа попала в видео, присылай фото своих работ в мою группу ВК. Ссылка под видео. Теперь буду лепить персонажа с канала Эдисон Перец, популярного майнкрафтера. У Эдисона уже 7 миллионов подписчиков. Но об этом канале я узнала совсем недавно, так как никогда не интересовалась тематикой игр. Персонаж канала имеет вид человекоподобного острого перца чили с руками, ногами, глазами и даже бородой и усами.
Ну что, мистер Перец готов. Как по мне, красавчик. А ты что думаешь? Делись своим мнением в комментариях под этим роликом. Привет, друзья! Вау, кого я вижу? Да это же сам Перец. Да не простой, а острый, чили. Крутяк. Выглядишь грозно, но дружить будем. А вы как думаете? Напишите в комментариях, подружимся или нет. А сейчас, как вы могли догадаться, буду лепить последнего персонажа. Это медведь Валера. Желейный медведь появился на канале Познаватель, где также присутствуют ролики по DIY, резиновых лизунов и прочие интересные детские штуковины. Создателя канала зовут Павел Алексеев, но о нем ничего не известно. Сам медведь Валера показался мне забавным, и я решила, что он обязательно должен быть в коллекции моих фигурок. Мишка полностью красного цвета и проживает в холодильнике Познавателя. На данный момент на этом канале 13 миллионов подписчиков. Если ты знаешь, кто такой желейный медведь Валера, не забудь поставить лайк этому видео. Ну вот, фигурка готова. Если тебе нравятся мои туториалы по лепке, поделись этим роликом со своими друзьями. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Буду рада, если ты подпишешься на мой канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Опа, вот и я. Приветствую, Валерка, в нашей большой и дружеской компании. Думаю, ребята, он приживется. И будет еще у меня один новый товарищ. Круто, Камила. Ребятки, а вы что думаете? Вам понравилось видео? Надеюсь, что так же, как и мне. А теперь перейдем к рубрике ваших работ из пластилина. Под видео будет ссылка. Скидывай работы в ВК, Инстаграм или Фейсбук. До новых встреч!